когда я в поле вел мяч в игру Макмальман, на левый фланг на Леонардсона, успел остановить мяч и столкнулся с Гибсоном. Блокировка. Свободный. Лукин означает свободный удар в сторону Ахмеда. Левинсон вернёт, будет подавать. Итак, нет, решил отдать пас. Пас на Леонардсона, удар! Майнгер вбивает! Макмалан! Оуэн! И 2-0! После удара Инса! Дубль Инса! В матче с Арсеналом! Итак, 2-0! Буквально в течение каких-то 5 минут Ливерпуль дважды поражает ворота гостей футболистов лондонского Арсенала. И дважды это делает капитан команды Пол Эмерсон Инс. 30-летний полузащитник Ливерпуля из сборной Англии. Нет, офсайда не было. Напрасно Дин Диксон сигнализирует. Все было в рамках правил. Вот он. Дин Диксон стоял около штанги. Какой же офсайд? Итак, 2-0, 30-я минута, Инс